Подмосковье большой популярностью у жителей пользуются парковые зоны и общественные пространства. У представителей бизнеса есть большой запрос на размещение там, особенно в летнее время. Фудтраков, тележек с мороженым и хот-догами, других объектов, которые делают отдых граждан комфортнее. В связи с большим спросом срок получения разрешения на уличную торговлю в Подмосковье сократили в 10 раз.